Республиканская акция «Наши дети» продолжает праздничное шествие по стране. Ее цель – в преддверии самых теплых праздников охватить вниманием, заботой и хорошим настроением как можно большее количество детей. В рамках акции поздравления и подарки принимают и дети одаренные, те, кто в свои юные годы уже выделяется своими способностями и талантами. Дети из школ Ленинского района, те, кто добился определенных успехов в учебе, творчестве или спорте, собрались в Гродненском театре кукол на новогоднее представление. Сегодня на новогоднюю сказку, на новогодний утренник приглашены 150 ребятишек, которые своим трудом, своим упорством показывают результаты. Кто в спорте, кто в учебе, кто поет красиво, кто танцует. Одним словом, это наши дети, которые нас радуют, нам преподносят подарки не только в преддверии Нового года, но и в своей повседневной жизни. Внимание к детям, ко всем детям Гродненщины и к тем, кому оно особенно важно. И есть лейтмотив всей акции «Наши дети», которая уже более двух десятков лет, и которая по-прежнему остается актуальной и востребованной. Зрелость государства определяется по отношению к детям и старикам. Но детки есть, у которых есть проблемы, и есть дети, которые являются гордостью страны. Поэтому парламентом и главой государства и парламентом делается очень много для того, чтобы улучшить качество жизни и программы развития и поддержки семьи. В рамках акции «Наши дети» приглашенные на праздник ребята обязательно получают подарки. Сладкие наборы, спортивный инвентарь или любые другие нужные и полезные вещи, а также новогоднее представление. Ведь, несмотря на увлечение, социальный статус и возможности, всех этих детей объединяет вера в новогодние чудеса и восторг от ожидания самого любимого праздника. Я жду подарок, праздники. Там будет зажигаться повсюду елки большие. И дарят подарки Дед Мороз. И еще я когда-то в прошлый год увидел следы Деда Мороза.